Бизнес малый, проблемы большие. Сегодня утром состоялось расширенное заседание правления торгово-промышленной палаты города Набережные Челны и региона Закамья. На нем собрались представители малого и среднего бизнеса, чтобы обсудить пути развития в условиях экономического кризиса. На встрече присутствовал и руководитель исполкома. Началось собрание с докладов о сложившейся ситуации в экономике, в том числе о ее челнинских особенностях, а также озвучили планы властей по поддержке предприятий как на региональном, так и на федеральном уровнях. Правительством России принято постановление о поддержке компаний, занятых в импортозамещении. Работа ведется по 43 программам Министерства промышленности и торговли России, которые подразумевают льготное кредитование предприятий, субсидии на приобретение оборудования и многое другое. После докладов члены коллегии торгово-промышленной палаты внимательно выслушали руководство организации города. Здесь прозвучали вопросы, волнующие малый и средний бизнес в данный момент, а также предложения по упрощению в период кризиса требований и условий для предпринимателей. Ответов по существу не прозвучало, но услышанное было взято, что называется, на заметку. Что нам ждать дальше? На наших предприятиях, на малых, там уже запасовки. Потому что нет работы, нет того, нет того. Как можно сокращать сегодня людей? Ты столько сил потратил на обучение этих людей. С каким сердцем я должна этих людей отдать? Это первое, что надо сделать. Попробовать все-таки какую-то поблажку по налогам сделать по импорту.